Как настроение, как самочувствие? Мне сегодня оно реально хорошее, чудесное. После вчерашнего, по сравнению со вчерашним, это земля и небо. Хорошее, хорошо все. Настроение хорошее. Слышно, видно, отлично. Шикарненько. Что? Ну, так вопросы, я так думаю, что подготовили, да, по теме сегодня. И поговорим спокойно. Нос немного растаял. Поговорим и поработаем. В конце я, наверное, поработаю терапевтом божественного выравнивания тела. Буду с ногой полегче. Что мы знаем про позвоночник? В принципе, достаточно много мы про него знаем. Еще больше мы про него узнаем, когда у нас начинает что-то болеть. Спину клинит. Или еще что-то. Я считаю, что позвоночник здоровый, прямой позвоночник – это добрый. Это жизнь, дорога жизни. Вот что он для меня лично означает. Потому что по позвоночнику, во-первых, расположены чакры, энергетические центры наши. В том году позвоночник восстанавливали 12 занятий. Ну, в этом около 40 будет. Можно даже особо не рыться в интернете, да, там, потому что каждый позвоночник отвечает за что-то свое, за определенные органы на тонком плане. Можно элементарно посмотреть по чакрам. Обратите внимание на себя. В каком месте вас позвоночник беспокоит и к какой чакре это относится. Соответственно, можно сделать выводы. На какую сферу жизни идет негативное влияние? Что у кого что? Рассказывать будем? Пятая, четвертая чакры. Да, ну по старым мы будем брать. Отношения, коммуникабельность, раскрытие себя, комплексы много получается. Вторая чакра, мочеполовая система. Также отношения, только уже на более приземленном таком плане. И деньги. Особенно для женщины. Четвертая чакра. Отношения. Отношения вообще везде со всеми. В первую очередь отношения к себе. Четвертая чакра, да. Кишечник, поясница, плечи. Первая, вторая. Ну, пятая. Скорее всего, да, пятое. Первое, это энергия, если на тонком плане брать. Копчик. Первая чакра. Недостаток, жизненной энергии. Обращайте внимание, первая чакра должна быть наполнена и закрыта. Очень часто идет отток с первой чакры вниз.
Это может быть и некротика, и нижний мир просто-напросто какие-то сущности присасываются. Или кто-то ворует целенаправленно. Добрый. Поясница, вторая чакра. Все три отдела позвоночника проблемные. Копчик, поясница. Первая, вторая. Мочеполовая система идет. Поясница и шея. Шея еще идет, там перекрытие по верхним чакрам. Не только пятая, но грыжи. Грыжи это когда мы берем нагрузку эмоциональную, физическую на свои плечи, не свою. По сути, без разницы, мужчина или женщина. Шейно-плечевой хондроз. Угу. Смещение вправо. Скривление. Вот шейно-плечевой хондроз меня тут накрыл. Я вчера рассказывала. Плечо болит, ничего не могу сделать. Ничего понять не могу. Что только не делала. И энергиями работаешь, и мазюкаешь всякой гадостью ядовитой. Пока галочки не позвонила, она говорит, у тебя хондроз. Ну, здрасте, приехали. Себе-то посмотреть не судьба, как следует. Поясница, плечи, добрый. Катюша, вопрос поясните, как это закрыто. Полностью просто напишите. Если стоит защита, зачем закрывать? Что? Вообще не поняла. Была поясница 3 дня назад, сегодня получше. Шея, поясница, кишечник. Ага, Люд. Люд, у вас там вообще же ночь темнючая? Или перед рассветом уже? Прям не спится. Первая, вторая, третья, пятая. Угу. Муж болеет, сидит, не встает с кровати. Все делаю я. А кто будет? Да? Да, да, абсолютно да. Абсолютно с вами согласна. Так, когда хожу, сижу, спина нормально. Когда лежу, поясница выкручивает. Наташ, снимки делала, у тебя там именно на пояснице грыж нету, потому что именно когда поясница, крестцовый отдел грыжи, лежать на спине невозможно. Правое плечо, сустав, тазобедренные суставы. Угу. Закрыть от нападений первую. Ну, защиту ставить. Шипы открывать. Поток удаления сексуального импринта. Каждый день. Вообще шикарно. Все три отдела позвоночника, особенно нижний отдел. Практически никого нет, да, чтобы был позвоночник идеальный. Добрый. Ставим защиту каждый день. Ну, да, без этого. Но опять же, девчонки, я напомню, какую бы мы защиту сильную ни ставили, да, мы допускаем сами, что с нами происходит. Где-то какая-то жалость, да, в разговоре с человеком, где-то кого-то пожалели, какое-то впечатление эмоциональное, вы раскрылись. В социуме тяжело работать. Скоро не проверюсь. Угу.
правое плечо, сустав. Поэтому почищать себя нужно. Постоянно это делать. Шейный отдел, грудной, поясница, седалищный нерв. Вот там защемление, когда, конечно, мерзко. Но если у вас есть какая-то огненная энергия, конкретно огненная, очень хорошо в этом случае помогает фераст. Если идет защемление нерва, вот если есть эта энергия или любая огненная, да, как лазером огонь вытягиваем, направляем и прожигаем, проходит практически моментально. У меня у самой бывает иногда защемление. Позвоночник вроде нормальный, не болит уже после терапевта. Замечательно, шикарненько. Эмоции подрывают защиту, да, мы сами допускаем. Грудной остеохондроз или сердце уже. Там больше остеохондроз. По сердцу я не вижу, чтобы что-то прям напряжно было. Там на позвоночнике темное пятно. На здоровье. Что еще у нас на позвоночнике? На позвоночнике у нас все органы. Внутренние органы, все на позвоночнике. Обратите внимание, да, уже люди совсем пожилого возраста становятся ниже. Даже сейчас, утром, если вы после сна встанете, будете на сантиметр выше. Вечером на сантиметр ниже. Почему? Потому что идет нагрузка, особенно если вес, идет нагрузка на позвонки, они сплющиваются, сжимаются. И если это постоянно происходит, вы не занимаетесь спортом, вы не, просто элементарно не держите осанку, я уже рассказывала, да? Почему пузико вываливается? Потому что позвонки смещаются, сплющиваются, и ребра, вместо того, чтобы стоять вот так, они начинают выпирать. И органы начинают подстраиваться, естественно, у них больше места, и чем больше места, тем больше у нас пузика, даже если нет жировой прослойки. Как у меня 4-е, 5-е. С возрастом, ну, с возрастом бывает еще больше, не только 2, да. Чем дальше, тем ниже. Правое плечо. Репродуктивные органы. А свет что? Вторая чакра. Кишечник. Элементарно, опять же, неправильное расположение, да, опущение происходит, кишечник давит на матку, болезненные месячные, частые мочеиспускания, запоры. У меня рост все тот же, пока не уменьшается. Поэтому очень хорошо себя подстегивать. Как я уже говорила, да, очень хорошо на осанку. На осанку, и там еще идет работа на стройность. Это энергии. Серебряный столб. Давайте я вам скину, что я вам тут рассказываю. Можете еще и сами почитать. Я постоянно про это забываю.
Серебряный столб, серебряная грация, серебряный пояс. Идет выпрямление, восстановление, подтяжка. И Клеопатру туда еще очень хорошо. Это если для каждодневной зарядки. Просто на себя открыть и ходить. То, что у нас будет происходить на курсе, там, конечно, будет более серьезное лечение. Лечение не просто. Протрузии в крестцовом отделе верхнего грудного, правый тазобедренный сустав, хондроз. Вот. И, естественно, я буду работать по грыжам. Потому что грыж у всех очень много. Нагрузка идет большая. И давайте сейчас, знаете, что сделаем? По сути, вам даже представлять не нужно. Просто увидьте, что у вас на плечах, на шее, на голове наложены мешки. Это обязанности. Бревна, коромысла. Кто-то за собой крест тащит на себе. Все это скидывайте. Ну, давайте энергию Вознесения 999 откроем. И вперед и вверх по лестнице Вознесения. Вперед и вверх. Она очень хорошо еще карму подчищает. И не нужно себя винить, нужно уметь говорить «нет». Это вот как раз тема у нас будет, очень близкая по прощениям. Так, сейчас я вам еще вебинар, господи, расписание скину. Так. Да, ссылочка на курс, прям вот она, фиолетовенькая. Курс начнется завтра, курс фантомный, то есть я буду работать по вашим фантомам. Встретимся только 8 и 28. Два, где один раз в день буду проводить сессии с вами. И как обычно, будете, если есть возможность, днем прилечь, будете принимать сессию от меня и на ночь ложиться, конкретно уже принимать сессию. Вот. Все скидываем, идем по лестнице, вперед и вверх. Мешки, бревна, котомки, рюкзаки, я не знаю, что там. Прям, ну, реально у кого-то, ну, даже на голове ведра стоят, тяжести какие-то. Все это у меня уж у самой заболело. Все скидываем. Потому что каждый человек должен решать только свои ситуации. Отвечать только за себя. Даже дети. Вы их вырастили. Все, у них своя жизнь. Им не нужны ваши подсказки. Они хотят жить своим умом. А есть родители, которые пытаются все за них решить.
Это не есть хорошо. Понятно, материнские, отцовские, родительские чувства, но скидываем, скидываем. Особенно крест. Я так понимаю, что ни у одного человека. Даже если у вас нет креста, просто представили, что вы подпинываетесь. Ну, такой выше вас рост, там, деревянный, сколоченный. Вы на себе его прете. Человека 3-4. А все просто от него отделаетесь. В любом случае, хоть небольшой крестик, но есть заморочка какая-нибудь. Скидываем, освобождаемся. Плечам даже легче станет. Плечи сразу развернутся. Обратите внимание элементарно, как вы ходите. Или вот так вот, да, согнувшись. Или расправив плечи, подбородок вперед. По человеку даже вот просто проходит мимо, можно сказать, сколько груза он на себе тащит. В зависимости от настроения. В зависимости от настроения, когда нет настроения, оно что-то вылазит. Что-то вылазит, и оно требует, чтобы его стряхнули. Добрый. Даже если у вас больной муж, который не двигается, все равно скидывайте этот груз. Вы его обратно на себя натянете, но он вам не нужен. Вы проявляете заботу, делаете свое дело, но груз скидывайте. Он никому ничего хорошего не принесет. Ни вам, ни вашему мужу. Так просто станет легче, элементарно. У нас очень много посторонних мыслей, а что будет, а как будет, прокручиваются, вот, и почему-то хороших сценариев не очень много. Поэтому чем чаще вы будете скидывать, вспомнили, скинули, вспомнили, скинули, дальше пошли. Позвоночник – основа жизни. Нужно приводить в порядок. Как-то себе помогать. Вот и на курсе будем заниматься. Я, вернее, буду этим заниматься. А вы будете только принимать. Если крест, я так поняла, да, Люд, привязан в районе поясницы, привязан, как бы прикован, физические ощущения идут. Если есть такое ощущение, если вы чувствуете, видите, возьмите ножницы, перережьте веревку, энергетические ножницы. Если вдруг он приколочен, элементарно представили, взяли гвоздодер, выдернули гвозди, плоскогубцы, проволоку перекусить. Если висит на цепи и замок, ищем ключ у себя внутри. Нашли, вставили в замок, открыли, скинули. Легче стало. Угу. Хорошо. Легче. Легкое.
Между лопаток тяжело. Значит, между лопаток что-то выдираете. Оно, да, действительно, Люда хорошо написала. Оно бывает прикручено, прибито, привязано. Снова ноет низ живота. Левая ключица. Оттуда выдергиваете, вот где ноет. Можно, почему? Если пришла, открывай. Там, где ноет, возможно, там как раз точка соприкосновения, что-то лишнее, типа вот как костыля вчерашнего. Намотали, выдернули резко. Наполнение, легкость, красота. Я говорю, мы очень много на себе прем ненужного, не своего. Кто-то на работе попросил сделать свою работу раз, два и так далее. Вот. Потом это входит в привычку и уже это вменяет вам в обязанность. А вы, естественно, нервничаете. Вот это все скидывайте. Не свою работу делать не надо. Сверху на голову давление идет. С головы скидывайте. Все полностью. Так, шипы. Очищение личного внутреннего пространства. Вашего. Диода пошла, потому что чистка. И какой еще канал хотела-то открыть? Пришел, и я забыла. И вытянуться захотелось. Замечательно, вытягивайтесь. Какие энергии работают? Супер, просто опоздала, не слышала. Так, энергия Вознесения 999. Шипы. И пока все. Маму можно открыть. Если причина моих грыж позвоночника несовершенство соединительной ткани, уже были операции. Курс может помочь. Ну, а почему нет? Оля, там еще идет кармическое. Родовое. Родовая карма. Мы недавно проходили. И вот лично вам я бы посоветовала, знаете, какую энергию взять? Забота о крови. В животе будто камней гора, энергетический разрез, пальчиком как лазером. И высыпайте эти камни. Можно. На здоровье. Как работают энергии, что именно будет происходить на курсе, естественно, будет восстановление на тонком плане и на физике. Во-первых, позвонки будут вставать на место, органы вставать на место, ребра вставать на место. Вот давайте еще витаминный коктейль откроем как раз на наши хрящики, на нашу соединительную ткань. Кстати, есть забота о соединительной ткани еще. И пусть эта энергия, витаминный коктейль, даст нашему организму то, что именно ему нужно.
Подпитать. Тоже, думаю, кармические заболевания позвоночника. Там и своя карма может наложиться, да, и родовая еще. И по позвоночнику пустили энергии. Коктейль витаминный. Что с ними делать? Я вам посоветовала энергию забота о крови. Низ живота затянула. Угу. Ну и раз пошла такая пьянка, раз уж мы работаем, да, с праздником всех. Примите, пожалуйста, желательно лежачее положение. Сейчас с терапевтом поработаем. Как вам удобно. Чтобы позвоночник был полностью расслаблен. Но желательно хотя бы неделю нагрузки никакой не делать на позвоночник. Тяжести не носить, в наклон не работать. У всех завис, да, звук? Самое главное, пьянка, услышь. Я говорила, раз пошла такая пьянка, опять я зависаю, да? Угу. Зависает. Посмотри, что. Я сама вижу, что... Раз пошла такая пьянка, значит, будем работать дальше с терапевтом. Отличный звук. Каждый день снег идет, чистить надо. Надюш, ничего страшного не случится, если он несколько дней полежит, снег. Кому надо? Он прокиснет, что ли? Все, принимаем удобное положение лежа, чтобы позвоночник был расслаблен. Сейчас с терапевтом поработаем. Терапевтом работа идет всего один раз полтора-три месяца, потому что энергия достаточно жесткая. На курсе я буду работать квантовой энергией, краниосакральной энергией, серебряными, схуты. Все, легли. Принимаем терапевта. Настройка на канал ВОЗГ завтра будет. Те, кто списки Лена составляет, сегодня составила, завтра те, кто выполнил условия, да, завтра будет. Те, кто не выполнил.
Терапевт божественного выравнивания тела. Какая-то бякушка сразу полезла из позвоночника. На скалопендру похоже. Здоровье. Груди пульсируют. Потому что по всем позвонкам, от копчика до головы полностью работа идет, вибрации. Я рассказывала уже, да, приходили мои знакомые, ко мне обращались. Ребенок родился, ну, очень сложный. Очень сложный. Реально у него был практически перекручен позвоночник. Весь, слезы потекли. Угу. И тазобедренные вот эти вот суставы, сикость-накость. Перекручен и волной шел, это было ужасно. Один сеанс всего я провела фантомно на ребенка, младенец, ну сколько ему, несколько месяцев было. Результат был ошеломляющий, практически выровнялся. Ну, с младенцем, конечно, хорошо в том плане, что там все мягонькое, оно сразу встает на место. Слушайте, с позвоночником там мы давно не работали, да? Зевота, тепло. Угу. Голова тяжелая, больки в области сердца. Если неприятные ощущения в районе четвертой чакры, спереди, сзади, большой цветок, лотос, лепестками открываем. Мысленно все это представляете. И убираете из этого цветочка все лишнее. Камни, веревки, палки, таракашки, букашки. Но это реально позвоночник отдает. Плюс, почему говорю, давно не работали, много грязи идет, у нас еще и новенькие есть. Мы хотя бы периодически вспоминаем обо всем теле. Это ударный канал. У меня тоже грудной отдел позвоночника сейчас. Ох, как я эту энергию принимала. Принимала сидя, после этого сказала, ну их всех нафиг. Принимать энергии буду только лежа. Я буквально сидя рыдала от боли на посвящении.
Ну, этот достаточно жесткий ударный канал. Весь позвоночник чувствуется. Я вот сейчас в посвящении вспомнила. В этом отношении мне больше нравится квантовая энергия. Она работает мягче, и ей можно работать каждый день. Так что, девчонки, мальчишки, курс начинается завтра. Курс фантомный. Сеансов 30-35 точно будет. Поясница жарко, это хорошо. Наполнение пошло. Цена смешная. За это время работы 2200 в рублях. Если кто живет в Казахстане, не нужно покупать рубли, присылать в рублях. Я дам вам Каспи. Будете в тенге скидывать. Горячо в левой ноге, от ступни до колена. Угу. Терапевт божественного выравнивания тела. Будет идти работа по позвоночнику на всех уровнях, на тонком плане и на физике, по чакрам. Естественно, там и органы зацепит. Возможно, будет поддавливать где-то как-нибудь. Когда они будут вставать на свое место. Очень жарко. Угу. Это хорошо. Ощущение, как рана затягивается на пояснице. В солнечном сплетении очень больно. Угу. Дергаем оттуда гадость. Как район четвертой чакры себя чувствует?
Хорошо. Приступ хондроза очень часто путают с сердечным приступом. А если еще есть грудной хондроз, ощущение, что энергия волной идет от копчика к шее, да, и от копчика к шее, и от шеи к копчикам, и от макушки до пяток, и от пяток до макушки. Но в основном упор сейчас был на позвоночник. Холод в районе ниже лопаток, диафрагма. Как самочувствие? Резко не вставайте. Дремательная, рано еще. Хотя у меня тоже, как у той собаки Павлова, рефлекс, что уже 22 часа по Москве. Боль внизу живота. Свет, давай вдвоем с тобой дернем. Зацепили, намотали, дернули. Зацепили, намотали, дернули. У тебя там реально как роды идут. Дернули еще раз. Еще раз дернули. Половина вышла. То, что было. Половина осталась. Или додергивай, или до следующего раза. Лучше додергать сейчас. Аж тело колыхалось. Ломит внизу позвоночника, ноги, руки выкручивает. Что же там? Дергаем. Зацепили, намотали, дернули. На здоровье, в голове прояснилось, ноет пупок. Здоровье. Всегда пожалуйста. Всегда с удовольствием. У меня тоже тяжесть к позвоночнику идет. А у кого-то легко, у кого-то даже крылышки раскрылись. Все зависит от того, у кого в каком состоянии позвоночник. Голова кружится. А между ребер впереди не проходит. Голова кружится, ну, там защемление нервов идет. А хондроз это стопроцентный, поэтому голова кружится. Ну, скорее всего, шейный в первую очередь, не только шейный, там и грудной, и поясничный, и хондроз идет. Поэтому между ребер не проходит. На здоровье работа сильная, назевалась. На здоровье голове легко. Стало давно так, вечером не было. Постоянно давление. Наталья, а давление, потому что под вечер мы устаем. То, что я вначале говорила, да? Нагрузка на позвоночник идет. Я говорю, самое элементарное, что будет результат на курсе, это восстановление давления
головокружение перестанет, звон в ушах перестанет звенеть. Это вот самое элементарное. Потому что даже вот по организму взять, если перелом позвоночника, ну, практически что дальше? Парализация. Это все на нем держится. А мы думаем, что он сильный, да, еще там, пусть еще потерпим. Ну вот дотерпелись, что нужно немножко им заняться. На здоровье вставать не хочется. Не хочется, не надо. Значит, нужно еще полежать. Полежать и дать ему расслабиться. Вот. А с завтрашнего дня начнем конкретно работать ударными темпами. Вопросы еще есть по курсу, девчонки, мальчишки? На здоровье, на здоровье. Вопросов нет. Ясно, все ясно, понятно. Еще раз скину. Сколько работать будут? Минут 20 еще будут работать. Чем-то мало сегодня. Ну, видимо, нагрузка была достаточная, и пока хватит. Не забываем, сегодня еще второй вебинар будет. Там тоже будет работа идти достаточно сильно. Завтра в 21 по Москве курс начнется. На здоровье. И я вас люблю, благодарю. Всем пока.